16. Забыл, что за размер конца, что... Так, вот кто так делает, а? Ну, уже здесь не скажем. Ну, комплекс, здесь свадьба, комплекс. Татьяна Владимировна, или как там тебя? Пойдем дальше. По батюшке. Все получилось. Вас снимали. Вас снимали. Вы же снимали. Алин тоже. Комсомольского района городского округа Тольятти. Уважаемый Артем Александрович и Алина Витальевна, взаимное желание соединить свои судьбы, любовь привели вас в этот зал, чтобы свершилось важное событие в вашей жизни, рождение семьи. Все меняется с годами неизменно, лишь любовь, и именно от вас зависит сохранить это бесценное чувство на многие и многие годы. Все мы, присутствующие в этом зале, разделяем ваше волнение и радость и искренне желаем вам создать крепкую и дружную семью, такую, о которой мечтает каждый человек и во имя которой люди и вступают в брак. Перед началом государственной регистрации брака прошу вас ответить. Является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным и искренним? Ваш ответ, невеста. Да. Ваш ответ, жених. Да. Прошу письменно подтвердить свое согласие, поставив подписи в актовой записи о заключении брака. Конечно, это что? Линькова. У нее добрачная фамилия Линькова еще здесь. Все, все. 4,2. Не, тебе придется. Пожалуйста, здесь. И последняя подпись, пожалуйста. Далее здесь. Здесь. И, пожалуйста, последняя подпись в актовой записи здесь. Ну уж не ответишься. Сегодня, 12 января 2013 года, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, отделом ЗАГС Комсомольского района городского округа Тольятти ваш брак зарегистрирован. От имени Российской Федерации объявляю вас мужем и женой. По доброй традиции, в знак бесконечной любви и преданности друг другу, супруги обмениваются кольцами. Прошу, муж, надевай кольцо жене, пожалуйста. Теперь жена надевает кольцо мужу. Нормально. Вершина любви и нежности – это прикосновение. Прошу, поздравьте друг друга первым супружеским поцелуем. Под аплодисменты гостей. Источником счастья и радости. Берегите друг друга, любите друг друга и храните то бесценное чувство, которое и привело вас сегодня в этот зал, в свою любовь. Артем Александрович, вам, как главе семьи, я вручаю ваш первый семейный документ, свидетельство о заключении брака.
Уважаемые моложавы, сегодня в этот волнительный и торжественный для вас день рядом с вами, к вам обращаюсь, да, рядом с вами самые близкие вам люди, это ваши родители. Своим счастьем не забывайте их, ведь именно они подарили вам жизнь и воспитали вас такими, какими вы и полюбили друг друга. Уважаемые гости, поздравляю вас с рождением молодой семьи. Прошу присоединиться и поздравить молодых. Ура! 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 Поздравляю! Вырезать придет немного. Алин, да? Поздравляю. Вот он ценный приз. Ну, ночь. Позвольте. Ты уже Титова, милый. Забудь фамилию Ленькова. Это было в твоей прошлой беззаботной. Да, вы все ровно. Чем мы? Желаете. Мы же. Сколько мы будем, то ты еще выйдем. Кому отдать? Так, держи. Так, все, сейчас стрелять будешь, пап. Иди, давай. Вы, так, у нас они пойдут туда. Вы снимаете Наташу. Выгодно. Цветок. Давай, в бок, окно. Стакан, стакан. Ты вырезать придется. Раз, два. Наташа, коробка конфеты у вас там была где-то. Так, Андрей, где там? Коробку конфет открывай. 10 градусов мороза. А теперь сделай вот так. Любовь ее ничем не замораживает. Ну что, надо раздеть? Есть, ее штопором надо. От кого топ? Спиной встаньте. Ее штопором надо открыть. Верхушка сломалась. Да я уже пил. Ну, надо просто там убрать. Ну, пойдем туда уйдем. Вот туда. Ну, пойдемте туда. Вот здесь купи. Рубен Владимирович. Спасибо. Машина. Кого? Машина. Да.